Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам предложить вот такой вот интересный узор. Очень такой оригинальный. Вот это его изнаночная сторона. Тоже смотрится интересно. И лицевая сторона. Узор подойдет для кардиганов, свитеров, каких-то летних кофточек. Хорошо он будет смотреться и с тонкой пряжи. И вот поближе покажу. Раппорт узора состоит из 12 петель, плюс 3 петли симметрии и 2 петли кромочные. Высоту повторяется через каждые 8 рядов. И вот так интересно смотрится он. Если вам интересно, то давайте его вместе свяжем. Итак, для образца я набрала 29 петель с учетом кромочных и провязала один ряд лицевыми петлями. Дальше узор начинаем с первого ряда. Кромочная, 3 изнаночных. Следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. 3 вместе изнаночной. Далее накид лицевая, накид лицевая, накид лицевая, накид. То есть у нас получилось 4 накида и 3 лицевых. Следующие 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. 3 вместе лицевой. Мы провязали один раппорт нашего узора. Дальше повторяется 3 петли изнаночных, 3 вместе изнаночной петлей, накид лицевая, накид лицевая, накид лицевая, накид и 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. И в конце ряда 3 изнаночных петли симметрии и кромочная. Провязали первый ряд. Второй ряд вяжем по рисунку. Кромочную снимаем, 3 лицевых. Далее изнаночные петли. Накиды тоже провязываем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. Это один раппорт. Дальше повторяем 3 лицевых и 9 изнаночных. И в конце ряда 3 лицевых и кромочная. Провязали второй ряд узора. Третий ряд вяжем тоже по рисунку. Лицевые над лицевыми и изнаночные над изнаночными. Здесь у нас будет 3 изнаночных и 9 лицевых. Повторяем до конца ряда. Так, провязали третий ряд и четвертый ряд тоже вяжем по рисунку. 3 лицевых и 9 изнаночных. Повторяем до конца ряда. Так, провязали 4 ряда. Начиная с 5 ряда у нас узор смещается. То есть он идет в шахматном порядке.
так чередуется. Так, пятый ряд. Кромочная, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Следующие 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Для этого петельки разворачиваю вот так и провязываю 3 петли вместе лицевой слева направо. Это половина раппорта. Дальше начинается раппорт. 3 изнаночных, 3 петли вместе изнаночной петлей, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Следующие 3 петли провязываем вместе лицевой. Тоже петельки разворачиваю и провязываю слева направо 3 вместе лицевой. Это один раппорт. Дальше повторяется 3 петли изнаночных, 3 петли вместе изнаночной, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая и кромочная. Провязали пятый ряд. Шестой ряд вяжем по рисунку. Изнаночные петли, накиды провязываем изнаночными петлями. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель у нас здесь получается в начале ряда. 7 изнаночных. Дальше 3 лицевых и 9 изнаночных. Девять изнаночных провязали и дальше повторяем снова 3 лицевых и в конце ряда тут у нас 7 изнаночных. И кромочная. Так, 7 и 8 ряд вяжем по рисунку, как смотрят петли. Итак, мы провязали один раппорт нашего узора. Здесь следует отметить то, что узор у нас формируется по изнаночной стороне. Вот это у нас считается как лицевая сторона. Первый ряд мы провязываем вот на этой стороне, а второй ряд вот эта сторона, которая у нас смотрится как лицевая. Вот. И вот такой вот оригинальный узорчик у нас получается. В принципе, можно вязать в круговую, то есть один ряд у нас будет вот по как бы нечетный, вот как мы здесь провязывали 3 вместе и с накидами, а каждый следующий ряд будет вязаться по рисунку и тоже будет формироваться на изнаночной стороне. То есть будьте внимательны, если будете вязать, то учитывайте это. Буду вам признательна за лайки и комментарии. Пишите, понравился узор или нет. И также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока и до встречи в новых видео.